Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу представить вам свой бизнес. Мой бизнес — это магазин одежды в городе Арзамас. Найти его можно легко, он находится недалеко от вокзала Арзамаса, прям за мостом. Также вы можете найти его в GPS, 6 раздел, листайте в самый низ. И вот мой бизнес, 3 снизу, магазин одежды. Здесь вы сможете купить одежду на любой вкус и кошелек. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайте. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Amazon Holy Play. Первый сер, моник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте моник при регистрации, если что, кстати, не забывайте реально вводить моник при регистрации. Давно, кстати, вы не видели эту малышку, потому что был баг. 2 дня он работал. То, что если на BMW разгоняешься больше, чем 170 км, тебя не течет просто кикал-напросто. И теперь это исправили, я могу спокойно не передвигаться. Кстати, добавили такую систему рефералов, типа My, по-моему, MyRef. Что такое? Или какая там команда? MuRef или что такое? Я реально не помню, какая-то команда. По-моему, MyRef, типа MyRef. Или Ref. Короче, какая-то команда была там, чтобы рефералы смотреть. Сейчас я ее чекнул. А, вот. MuRef. MuRef. Так. Refs. Вот, короче, такая команда, вводишь и смотришь, сколько игроков зареглось на твой аккаунт. А меня зареглось 280 человек, пацаны. Большое вам спасибо просто. Конечно, последних смотреть это будет очень долго, потому что 14 страниц, пацаны. Но всем реально спасибо. Тоже регайтесь на мой ник, кто только будет начинать играть на первом сервере Amazon Holy Play. Ну а сегодня у нас такая будет интересная серия. Мне рассказали про одну тактику в казино. И сегодня я хочу ее попробовать. И чтобы... так сказать, затестировать эту тактику нужно как минимум 150 тысяч. Сейчас мы идем в банк, я снимаю с бизнеса 150 тысяч. И уже тогда я поеду в казик и попробуем поиграть по этой тактике. Тактика очень довольно-таки простая, но посмотрим, получится у меня подняться с помощью именно этой тактики или нет. Как вы знаете, я не особо люблю ездить в казино и вообще играть в казино. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, кто не поставил. И с моим микрофоном случилось, точнее с наушниками, у меня наушники с микрофоном. Случилась кое-какая проблемка, а именно та, что, блин, у меня, короче, провод немножко оторвался, так сказать. Ну, не оторвался, а оплетка, короче, оторвалась, и оттуда провод торчит. И иногда звук очень хреновый. Я не знаю, с чем это связано. Вот напишите в комментариях, нормальный звук или нет. Я пытаюсь сейчас проводом этим не шевелить, потому что, вроде бы, как если ним шевелить, то будет звук хреновый на видео. А так, вроде бы, все, короче, нормально. Поэтому да. Так, едем, короче, в банк сначала. И потом уже едем. Так, давайте напишем. Так, да, приму, подъезжай к казино Южного. Напишем, короче, и все. И погнали в банк теперь. Так, снимаем деньги. Так, нет, не оплачиваем. А снимаем деньги, чтобы пойти в казино. Не знаю, зашму, потому что у меня окно открыто, блин, жара просто. Эту неделю просто жестко, реально. Так, у нас есть 280 тысяч. Ну, давайте 150 снимаем, в принципе, тысяч. Вот так вот делаем. Сейчас нужно сегодня телефон закинуть. Так, положить. Так, у нас там денег вообще нет. А, нет, есть 3000, да? Телефон сейчас закину 3000. Так, чтобы чуваку ответить. Я еще не там, скоро подъеду. Так, все, написали ему. И давайте, надо съесть еще переодеться на пляж Южного. Тогда уже точно можно... ехать в казино. Так, вот, собственно, пляж. Подъезжаем сюда, давайте переоденемся. Потому что я во фракции, поэтому давайте переоденемся лучше. И будет заебись. Будет реально заебись. Так. Переодеваемся, все. Теперь можно спокойно ехать в казино и пробовать тактику, про которую мне рассказали. Так, все, я уже здесь, короче. Но чувака я не вижу, какой просил, чтобы я его принял. Ну ладно. Заходим, короче, в казино. Вход 5000. Так, будем сейчас пробовать играть по тактике. А, я же забыл, еще интерьер обновился, да? Так, ну что, с кем-то поиграть можно. Ну, давайте с кем-то встанем, будем здесь играть, короче. С кем-то будем здесь играть. Ну, тут людей как-то маловато вообще.
Нет, я не хочу в группу присоединяться, поэтому я, пожалуй, откажу. Чувак пишет, Готи, типа 3.5 играем. Лол, у меня 3.5 даже нету. Вы чё, хуните 3.5? Я манал просто. 3.5, говорят, играть. Ну такое. Кири, дай денег. Я саб. Так. Блин, тут здесь кем поиграть даже, блин, мне это херит. Чё людей так мало? Вообще. Я с собой взял только 150 тысяч. Так, давайте с кем-то поиграем. Блин, тут все в АФК. Чё так людей мало в казино Юшки? Чё за прикол вообще? Я первый раз такое вижу просто, реально. Блин, мы не сможем, наверное, свою тактику проверить таким образом. На 3.5. Да у меня 3.5 даже нету. 10 тысяч. Давайте кинем ему на 10 тысяч. Так, 141. Давайте ему на десятку кинем. А, у него средств нету, окей. Так, тактика, пацаны, называется. Будем кидать, короче, пока нам тройка не выпадет. Так, четверка выпала. Нет, нам нужна тройка. Тройка нужна. Да не хочу присоединяться, блин, ё-моё. А, так, вот, 20-й. Давайте мы на косарь кидаем. Так, во. Нет, пятерка не то. Надо тройка, короче, чтобы выпала, чтобы мы могли подняться. Так, 20-му кидаем. Так, тройка нужна, блин, нужна тройка. А сколько, а что мне выпало? Мне выпала пятерка, нужна тройка, короче. Так, это у него тройка выпала, у меня четверка выпала, блядь. Какая-то тактика нерабочая. Давайте рискнем, что делать. Во, плюсик, ебать, вообще заебись. Плюс 120 тысяч, пацаны, просто. Изи бабки, реально, изи бабки. Хотя я даже не по тактике играл, блин, я ждал, пока выпадет тройка. Но в итоге я и так поднялся, блядь, что за бред просто, я не понимаю. Так, нам нужна тройка, 5.5 выпала, ничья, короче. Нам, короче, нужна именно троечка, давайте. По тактике попробуем играть, хотя я и так уже поднялся. Так, нам нужна тройка, так, я проебал, но нам нужна тройка. Надо тройка именно не то, что мы проебали, а то, что мы выиграли, короче. И потом можно кидать на большую ставку, по идее. Сейчас пробуем по такой схеме. Не, все-таки тройка не упадает, мы уже два раза проебали на самом деле. А кто мне кидает вообще? Кто мне кидает? А шот... А, вон он стоит. Окей, ждем тройку, короче. Ждем просто тройку. И все будет заебись. Так, нет, четверка выпала, блядь, ну пиздец. Так, давайте кинем туда на 355, на десяточку кинем. Так, извини, дружище, я тебе откажу, а ему кину на десятку. Попробуем. Выиграл. Неплохо. Так, у меня... У него тройка выпала, у меня выпала пятерка. Что-то моя тактика, походу, не работает, но я все равно как-то тащу. Ну, такое. Так, пятерка выпала. Что-то тройка вообще никак не выпадает. Вообще никаким образом. Ну, такое, блядь. Нет, тройка вообще не падает. Так, фейнвайт 276 надо принять. У него там 42 уровень. Так. Все, принял чувака или я не принял? Так, кидаем. Ничья, короче, выпала. Бля, ну Кази, конечно, интересная тема, но, бля, слиться как-то не хочется, поэтому не будем борщить. Так, плюс 5000, блин, что за бред? Почему тактика работает наоборот? Понимаете, я сейчас не по тактике играю, я просто выиграю. Так, играем на... Ну, давайте попробуем сыграть на 110 тысяч. Ничья. Фух, это было опасненько, конечно. Вот, тройка выпала, тройка выпала. Так, попробуем. Ничья, блядь, мог и затащить. Потому что тройка была. Реально просто была тройка. Но сейчас я могу так само просто проебать и все. Че, играем? Я сливаюсь. Да, я так и думал, что я солью, в принципе. Это было очевидно. Ладно, пробуем еще раз протащиться. Тройка не помогла, конечно. Так, 150 тысяч. Все, вин просто. 300 тысяч подняли. Тройка, потому что выпала. Смотрите, пацаны. Вот, не выпала тройка. Я кинул на... Мне кидают ставку, я выиграл. Просто, пацаны, тройка меня спасла, реально. Тройка меня просто спасла. Просто изи мани. Так, 50 тысяч мне кидают. Не, братан, не. Гуляй, Вася, ёпта. Так, вот, на 1000. Не, на 1000 я буду играть. 143. На 1000 поиграем.
Видите, проиграл. Просто мы уже удвоили свою сумму, пацаны. Это круто. Это реально круто. Тактика работает пока что. Так, четверка ему выпала. Нам нужна тройка обратно. Тогда можно будет на полтинничек сыграть уже. Нам нужна тройка, короче. Нам нужна тройка. Так, 21 тысяча. Ладно, давайте тогда кинем на 21 тысячу. 129, 21 тысяча. Давайте просто попробуем. Ну, скорее всего, я сейчас солью, да? Нет, выиграл, пацаны. 330 тысяч уже. Так, мне выпало что? У него выпала пятерочка. Нормально, нормально. Потихонечку поднимаем, пацаны. Блин, нам нужна тройка еще раз. Конечно, да, но видите, мне, блин, тройка выпала, и я просто 150 тысяч завинил, пацаны. Это очень круто. Не, на 50 тысяч кидать я не хочу рисковать. Потому что можно слить. Мне нужна тройка. Так, дайс. Кому бы кинуть? Так, 143, давай на 1000. Прими на 1000, мне нужна тройка просто. Вот так по 1000 кидайте и ждете, пока тройка выпадет. Да иди ты в пизду, блин. Чувак. Че ты мне на 50 тысяч кидаешь? Я не хочу пока что. И еще не вечер. Так, 20 тысяч. Вот на 20 тысяч можно еще сыграть. Да нет, да, Вася, гуляй. На 20-ку давай. Попробуем поднять. Ну сейчас. Есть. Пацаны, просто тащим, бля. Что-то я не понимаю, какая у меня тактика, конечно, но что-то пока все заебись идет. Во, вот, у Хайта выпала тройка. Если он мне сейчас кинет, я приму, он выиграет. Поэтому мы не будем с ним играть. Видите, на 93 тысячи играет, сука, тройка у него выпала. Нет, с ним играть не надо, пацаны, по-любому сейчас у меня выиграет. Потому что ему выпала тройка просто. Смотрите, мне Хайт кидает на 140 тысяч. Не, братишка, не-не-не. Я уже удвоил свою сумму, надо еще чуть-чуть поднять хотя бы до 400 попробовать. И можно, в принципе, уходить. Винстон Криминал, привет тебе. Потом Винсент Корлеоне, привет тебе. Так, 20 тысяч, пацаны, сливаем. Не, спасибо, у меня своя тактика. Так, нам нужна тройка. Пятерка выпала. А нужна тройка, короче. Так, что он там пишет? Дай 20 тысяч поже. Блин, пацаны, я пришел тактику проверять. Нет, 145 тысяч, не, братан. Конечно, можно было бы попробовать. Смотрите, сколько уже два чувака поменяло ник на футбуль. Красавчики просто, кто ник меняет на футбуль, пацаны, те реально красавчики. Так, иди, давайте пропишем футбуль. Просто, блин, красавчики, реально. Так, на десяточку, ничья. Так, ну ладно. Фух, что-то я немного волнуюсь, потому что, блин, я не понимаю, как моя тактика работает, про которую мне рассказали. Но мне упала тройка, я завинил, конечно. Так. А вы далеко от игрока, ну ладно, хуй с ним. Тогда отклоняем, короче. Так, 1000, вот, давай, ты наш клиент, чувак. Так, 1000. Блин, я тоже хочу на 1000, мне тройка нужна. Давай со мной на 1000, мне тройка нужна. Блять, нихуя. 10 тысяч, давай, выиграл, 10 тысяч, выиграл. Чем не выпало, четверка выпала. Мне нужна тройка, тройка нужна. Так, вон чувак на 10 тысяч хочет, да? Блин, мы уже кинул кто-то, ну ладно. Тогда будем ждать, пока мы... Нам кто-то кинет, либо мы кому-то кинем хотя бы на 1000. Вот, 10 тысяч кидает. Обратно выиграл. Так, пятерка выпала. Что-то, блин, тактика моя, походу, меня наебывает. Наоборот, без тройки я тоже тащу. С тройкой я тоже тащу. Блядь, что за прикол просто. Так, 30 тысяч. Ну, блин, это рискон. Давайте хотя бы на косарик кинем вот этому гражданину. На косарик. Во, на косарик. Так, ничья. Окей, не будем играть тогда. Так, 154-й, давайте пробуем. 2,5 миллиона, ну такое. Так, 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 может на 30-ку все-таки кинем, это Александре. 125, у него двойка выпала. Так, пятерка, блин, нет, нужна тройка, блин, тройка. Можно с ней сыграть будет на 20 тысяч, насколько она там кидала. Нужна реально тройка просто. Мне нужна тройка, блять. Тройка, тройка, пятерка обратно, блядь. Блядь, двойка выпала. Ну, блядь, тройку можно, пожалуйста? Бля, у него тройка выпала, все. Ну, сейчас может затащить реально, если кинет на большую ставку кому-то. Так, плюс 9 тысяч. Так, пятерка выпала, бля. Ну, такое. А, ну, стоп, а что мне тогда выпало, когда 9 тысяч завинил? Тройка выпала. Говорю, пацаны, тройка, блядь, это прям охуенная тема. Мне тройка выпала просто. Так, ничья. Так, у нас уже 350 тысяч есть. Мы уже подняли, пацаны, 200 тысяч просто спокойно.
без каких-либо крыс там и так далее. Просто играем по тактике. Так, 300 тысяч мне кидают. Не, не буду 300 тысяч играть. Это дохуя как-то. Не хочу все, что я поднял, просто слить. Потому что, если бы тройка выпала, я бы еще, может быть, сыграл бы. А так, у меня что-то тройка вообще не выпадает ни разу. Вот у чувака выпала тройка, вот этот 77-й, который мне кидал на 300 тысяч. Это ему заебись, конечно. Он бы сейчас выиграл. Так, кидаем еще раз. Так, ему тройка выпала. Да? А, нет, это не со мной сыграл. А, видите, ему тройка выпала, он у меня выиграл просто. Изи. Бля, вот это заебись, я понимаю. Нужна, короче, тройка, пацаны. Стройка реально просто тащит, нехуй делать. Да, я уже 2000 проебал. Бля, ладно, я думаю, в принципе, можно уже, короче, уходить. У нас 350 тысяч, мы подняли 200 тысяч. В принципе, вообще спокойно, поэтому можно как бы сваливать. Тактика, походу, все-таки работает. Но видите, я вот, тройка у меня выпала, я на 150 тысяч сыграл и просто выиграл. Спокойно, реально. Так, давайте напишем QQ. Все, короче, погнали. Поднялся. Плюс. Да, я, чувак, поднялся. Вадриал, привет тебе еще раз. Потому что он часто у меня что-то в сердечках начал светиться. Так. А насколько? Ну, плюс 200 тысяч. Ну, плюс 200 тысяч я спокойно просто поднял. И могу уходить. Угу. Угу. По тактике играл. Видос. Видос записал. Записываю. Видео узнаешь. Так, все, короче, я погнал. Все, пацаны, тактика работает. Просто заебись. Я вот первый раз реально по тактике поднялся в казике. Реально, я раньше без тактики был. А вот мне пацаны рассказали тактику, что если при победе у тебя тройка выпадает, потом ты играешь еще раз, ты выигрываешь. Но повторюсь, пацаны, это не точно. Возможно, мне это чисто повезло так. Но сами видели, что с тройкой реально люди просто тащат. Так вот, тройка выпадает, и который потом еще играет, он сразу автоматически выигрывает. Это реально круто. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.